Еще раз всем привет, привет. Привет. С вами Светлана, да? Гюльбера, ты прихорошилась для фотографий? Оу, ей! Выбираю очки, как я вам. Версачи. Ножки рыба. Небольшие. А вот эти, друзья мои, подходят мне или нет? Тоже Версачи. А это какая модель интересная, смотрите. Белая с черной. Что-то это не то. А это еще мне дали коричневый, Прада. Вот такая модель. Нету получше. Asıl bizim kemik dediğimiz model yapısı asetattı. Kesinlikle içinde plastik karışımı yok. Saf kemikten. Bunlarda verdiğimiz fiyata şu an Türkiye'de bir fiyatıyla satıldığı için yani tek çekim fiyatı oluyor. Taksitte yine 3 taksitte %7 ek komisyon ekleniyor. Ay kaki krasive. O da bankanın aldığı komisyon. Вот так весело у нас в Персиде. Мы с Ашкимом были в поликлинике. Она находится вот где Сити Госпиталь. Сити Госпиталь, видите, красный номер там. И вот на втором этаже, первый и второй этаж, вот это наша клиника. Сити Хастанеды, где Макдональдс. Что я могу сказать? Сняли нам швы с мужем. Тут где-то же было, что-то было. Не могу понять. А? Небо здорово. Мы зашли с Сашкой вам новый в этот магазин, посмотрели очки, примерили. Так, и сейчас чуть-чуть походим с ним и вернемся. Вот. Ашким, урода, он же имеет хатай донер. А, шумбио? Эвет. Я так думала, что здесь раньше был донер, а сейчас нету. Сейчас видите, как все перестроили, поменялось. Ну ладно, строят многоэтажный. Так вот. Да, Элерде, а? А, Элерде. А, впереди ошиблась. Друзья мои, что могу сказать? Нам сняли швы. Ну, немножко так в самом конце стало неприятно. Сняла медсестра. Так что мы сейчас со Шкемом месяц-полтора у нас есть время. И это продлится. Мне мой долг 15 тысяч еще. Вот. Такие продукты продаются, бадан зеленый. Знаете, у меня 48 часов голодания. Вечером я планирую на зумбу пойти. И поэтому я решила сегодня, завтра я иду к врачу на эхоскопию желчного, хочу проверить. Так вот, хочу проверить к врачу, потом, чтобы он мне послал на эхоскопию. Хочу проверить свои органы. Ну, чувствую я себя хорошо, просто для успокоения, да? Вот, мои дорогие. И поэтому я решила сегодня покушать. Сейчас приду домой, пожарю себе яйца с салатиком, с капусточкой. И вечером опять у меня вебинар. Потом у меня зумба вечером. Тоже открыли новое здесь. 15 лир. Ширпотреб, вот. Девочки вот так продают. Здесь тоже. Ой, у нас такой район так разросся. Смотрите, сколько всего чего продают. Обожаю свой район. Кругом флажки, что-то открывается. Праздник, выборы. А, видите, обувь почем? 50 лир тапочки. 50 лир тапочки.
Evin içinde düşünüyorum, alabilirim o. Şunları mı? Hı hı. Ne kadar diyor? 50 lir. 50 liraymış. Hı hı. И тут тоже, смотрите, пижама 75. Кırmızıyı böyle bakma gerek. Kaç numara? 38. Uh-huh. Olur mu? 37 ben. Hadi aşkım başka zaman alacağız. Другое время. Сейчас я kalmayacağım. А, gerçek mi? Ну что, мы дома. Мы дома. Немножко у меня развалилась голова, хотя давление все нормальное. Но это не страшно, сейчас я покушаю и приду в себя. Самое главное, сняли швы. Мы с мужем, сейчас расскажу вам, что сделали. Но вот до этого покажу, что я кушаю. У меня два домашних яйца, салат с авокадо, вот маслины, хлеб у меня такой, тахина, если захочешь. И костный бульон. Костный бульон. Сейчас буду кушать и расскажу вам. Мои дорогие зрители, надеюсь, вы хорошо меня видите. А вот когда готовишь, да, и знаешь, что ты покушаешь, так захотелось кушать. Но не то, что чувство голода, просто знаю, что сейчас придет момент моего кайфа. У меня такая новость хорошая. Мы после больницы, сейчас я чуть-чуть отопью горячий бульон. О, классно, он как раз сейчас соленый. Соль мне надо. Так вот, мои дорогие, хорошая новость. Зашли с мужем в аптеку, и он купил лекарство против курения. 1400 стоит, завтра должны принести. Посмотрим. Все-таки не зря я. А то у нас, блин, с ним на эту тему постоянно ругания, скандалы. И я уже стала переживать, потому что у нас, знаете, как-то... Постоянно вот гонение за эти сигары. Он здесь сидит, я схожу. Я уже не обращаю внимания. Но это очень сложно, когда живешь с мужчиной, который курит как паровоз. Очень сложно. Поэтому мне так и не получалось. Баловалась. Когда балуешься, уже не обращаешь внимания. А когда ты нацелена серьезно, вот тогда это все прямо бросается в глаза. И я с мужем 3 раза бросала. По 9 месяцев, помню. По полгода не курила. По годам. Думаю, он поддержит меня. Но ни в какую не получалось. И я предпринимала шаги. Покупала ему Табекс, да, заказывала с России подружки. И ничего не помогло. С 2 пачек на 1. И потом опять восстановился так же, как есть. Он и сам устал. Потому что говорит, что на базар я смотрю 100, 200, 300 лир. А здесь каждый день, допустим, нужно по 100 лир ему на сигареты. Вот. Вот такие у меня хорошие новости. Буду кушать. А сейчас Светлана бежит куда, знаете, на зумбу заниматься спортом. Так неохота. Почему? Потому что, друзья мои, никого нету почти на улице. 8:30 после ифтара люди придут на спорт, и я тоже. Neyse, yani o tür yerlerde de güzel kolektif bir çalışma oluyor. Beni de davet ediyorlar. Bazen onlar kendi aralarında kısır yapıyor, çiğ köfte yapanlar var. Akşam üzeri çay partisi yapıyorlar. Böyle arkadaşlık daha güzel oluyor. Demin hocama sordum ben nasıl gidiyor. Yani bu kurs dışında da görüşüyor musunuz dedim. Hatta kursiyer bir iki arkadaşa. Evet dediler. Biz normal kursun dışında da birbirimizle buluşuyoruz. Bazı ev ziyaretleri yapıyoruz diyorlar. Güzel bir şey yani. Bir aile olmak. Yani bu kursiyer arkadaşlar bir aile gibi. Zaten biz her zaman diyoruz. Oh,